Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Энгрей. Ну, надеюсь, в вашей душе найдет тепло, тепленькое местечко. Для игры Nobunaga Ambition Iron Triangle. Решил вот попробовать. Игру про известного персонажа исторического. Из Японии, из эпохи Эдо. Nobunaga Uda, хотя, скорее всего, здесь можно сыграть не только за него. Call мод, Challenge мод, давайте первый мод. Скорее всего, можно сыграть не только за Nobunaga. Битва при аварии. Давайте попробуем ее. Да, наверное. Или не наверное. Уджиясу Ходжио, Имагава, Йошимото Имагава. Так, Китабатаке. Вот, собственно, сам Ода. Оды, кто там? Сайта Досон. Так, база 1, офицеры 9. Мало всего. Но попробуем. Сложность высокую ставить не буду, потому что играю в целом первый раз. Только запускал, проверял саму игру. Мой лорд. Что? Хидесада Хаяши хочет рассказать нам о ситуации. Так. У нас альянс Сайто. Как я понимаю, у нас есть технология мушкетов. Клан Имагава хочет выступить на столицу, я так понимаю. Да, вот она, Баяма Касл. Алай, союзник. Да, думаешь, это единственный наш союзник? Кирияма. Вот в Кирияму, кстати, неплохо было бы зайти. 7500, 9. Ну, какие-то войска, конечно, малюсенькие кругом. Так, давайте смотреть, чего можем. Строить здание. Отсвилите. Оу. Старые добрые фермы. Ни хрена тут. Твою мать. Какие-то бомбы можно закладывать. А, вот. Что-то по жести, конечно. Ну, допустим, ферма строится у нас. Так. Максимально выглядит странно, то бишь я что, поставлю ее здесь и вокруг. Вокруг. Все. Так, еще есть Гаррисон, это защита и голда. Ну давайте построим его. Ательер, академия, фактория. Базар тоже золото. Ой. Кажись-то мы в итоге и лишились. С этим строительством, походу, да. Ферма, базар. И Гаррисон. А, надо выбрать, кто будет строить. Ну, пускай мои. Хотя мои, да. Тут, кстати, смотри, тут стата 4. Политика, лидерство, вол и интеллект. Что значит любопытно вол? Это типа сила? Скорее всего, что-то такое.
пускай тогда вот эти трое строят, получается. Что у нас там по голде? Кони, мушкеты, кстати. По голде я не вижу. Вот есть 6900, но это ж много. Я ж, по идее, могу что-то дальше строить. А. Вот. А вообще это стоит денег? Я, кстати, не вижу, чтобы это денег стоило банально. Так, чисто голда. Магазин, трейдинг пост. Продукция 300. Продукция. Больше, но хп меньше у шопа. Для шопа почему-то очень мало мест. Ну, допустим. Так, для еды у нас пока только поля есть. Специальные бараки, кстати. Да, очень странно выглядит все. Как будто бы уже много всего построено, и мы лишь пытаемся достраивать. Так, бараки, бэдхаус, воркшоп, ниндзя-кэмп. Блин. От этого нельзя отказаться. Так, офицеры, кто будет этим заниматься? Нет, самого сильного. Если это сила, то давайте лучше тех, кто послабее. Наома бан. О, да, please leave. Да. Так, ну это все. Research. Что будем ресерчить? Технологию? Нет, пока не будем тогда. Персонал search. Вот, может быть, поищем чего-нибудь. Людей. 30 дней. Ну, допустим. Марч делать не будем. Мы не этим занимаемся. Энтис. А, заставить другого офицера предать его клан. А это, судя по всему... А, вот мы с ним должны воевать, так понимаю, да? Или с кем? Вот я могу только на вот этих направиться. Для этого нужно лидерство. Ну, допустим. О, дипломация, альянс. Кем? О. Зато альянс. Не, кстати, не со всеми. Так, это сами мы. Под нами вот эти челы. Сайто. Можем с Рокаку. Looks like they are at with Hunter Clan, I think will. Это прочь. Короче, у них альянс с другим кланом. Кем, правда? С нижними и верхними, с которыми я типа воюю сейчас, да? А это Такеда, да, кстати. А ну-ка. Короче, не хотят. Вы кто? Мицуки. They may demand hostage. А, они возьмут заложника за альянс. Тошу и Маеду. Пошли в сраку. Тоже заложника хотят. Нагао. Нет, ведь Ханотр клан. Ага. Эти заложника хотят. Но не хочу Маеду отдавать. Его политика-то хреновая. Оджи. Оджи. С другим кланом. Короче, нереально с кем-то подружиться уже, я понял. Не отдав в заложники кого-то. Ладно, альянсы здесь, конечно, прикольные. Разорвать арванс. Какая-то информация о другом клане. Разработать технологию с другим кланом. Осада. Давайте осаду. Как раз Маеда остался, пускай этим займется. Я понимаю, можно пропускать ходы, потому что все. Мне делать просто банально нечего.
Вот. Мы переходим, кстати, в активный режим. Здесь нету окончания конкретного хода, это тоже. Чтобы выяснить. Тощий Маэда. Бегинут. Угу. Чё? Ооо, 3D заставочка. I thank you your time. А, он пришёл, типа это как раз обсуждение. Он говорит, что пришел выучить технологию с осадой для Академии. Именно они обучить нас могут. Понял, они отказались. Серьезно? Наши союзники послали нас в жопу. Приятно. Как я понимаю, некое восстание крестьян. Так, пленинг. Так, наверное, Тоши не вернулся. Кстати, реварды можно выдавать. А, да, вот лояльность-то. Киёши Кастл. А Вайла был один. Интересно, ух ты! А, это вот тут что ли было восстание? А Вайла был два. Это, или это наш Кастл, минуточку. Да, господи. А, типа это уже двое вернулись, да? Понятно. Что значит панич? А, казнить. Це. Ну, давайте дальше. Подождем, пока все типа вернутся своих работ. А что-то построили как раз. А, это це. А, все, я понял. Это. Вот кружок заполнялся, это целый сезон прошел. Я нашел Ронина с великолепной политикой абилити на имя Хиденага Киношита. Лидерство, вал, интеллект. Да, политика у него, конечно, великолепная. Ну, давайте наймем, если можем. Все, Ода вместе с ним, я так понимаю, вернулся. Так, давайте что-то еще построим, с того, что мы можем, судя по всему. Воркшоп. А, и третье здание, что нам, бомбу заложить где-то, звучит, конечно, странно. Мушкетная турель. Мушкетная турель звучит круто уже. Отправляем всех, кто остался, получается. Не знаю, стоит ли Оду отправить для того, чтобы, знаете, он кого-то попытался тоже найти. Я чувствую... Это... Не, он говорит, что это плохая идея. Так понимаю, никого не найдет. Тогда пускай просто сидит, наверное. Или нет. Что у нас там по поводу милитари? Драфт. Драфт, скорее всего... Войска. Мне кажется, да? Потому что популярность, видите, сразу на десятку падает. Посмотрим, 8000, сколько, по идее, 1000 уже должна прийти. Можем опустить, кстати, камеру. Правда, автоматом она сама поднимается. Либо так и должно быть, либо это уже... Ну, в целом, тут, конечно, не на что смотреть.
бараки в аварии построены. Ну, чисто по ощущению, в основном все строится еще. Так, вообще войну с кем мы должны начать-то? У казака или все-таки вот с Кириямой? Ниндзя кэмп тоже у нас завершен. Уже четверо вернулись. А, кстати, стало 10 тысяч, только сейчас заметил. 10к же стало. Он 2000 что ли привел, но больше 1000 вроде бы как. Какая-то жена чья-то, непонятно. О. Этот стал красным. А, они вышли на войну. Наверное. Ну, визуально они скорее перевозкой даже больше занимаются, чем войной. Любопытно, они на меня идут? Нет, не на меня. Тут уже 12 вообще тысяч. Вот сейчас косарь. Вроде как. Так, осень пришла. Осень. И непонятно, куда эти 9000 продаются. Так, вопрос тогда. А что значит делегейт? Пермит форбит. Непонятно. Вроде как в этот раз он одобрил поиски. Думаю, на поиски только сам правитель может уходить. Тьма странно звучит. Чё по ревардам? Давайте троим выдадим. Ну или они в порт. Но вопрос, зачем им в порту? Да? Непонятно, зачем им в порту столько. То есть... Куда плыть-то они собрались? По сути, сейчас Сунпу подстраивают. Может быть, нам напасть на Сунпу? Я, правда, вас совершенно не понимаю. У этого вал славы, поэтому Шибата пускай с ними пойдет. И, допустим, вот ты. Это Набукацу, но, видимо, сын уже есть. Так, тип кто? А вот, пишут внизу, у нас 8000 мушкетов. Окей. 8000. Тактика. Снип, таунт. Ну, давайте снип. Потом таунт. Это, конечно, не очень понятно. Приказы. Понял. Да, хотя идти нам далековато, конечно.
Так, следующий. Вот следующий будет отряд состоящий из тебя, тебя. Так, давайте конница тогда. Они у нас как раз 5000. Почему так мало? Нет, у нас почему-то коней, видимо, меньше, чем я думал. А, тут тоже, кстати, как романси есть А, Б. Ну, кстати, эти кавалерии, ну, более-менее. Так, тайп. Ну, тогда реально кавалерия будет. Правда, почему-то маленькая. Чё по тактикам? Тактика только одна доступна. А, я все войска в итоге посылаю, понял. Наримаса Сасса. Так. Новых надрафтить я при этом в людей не могу. Все, смотрим тогда. Вот это посылается отдельно. Это, скорее всего, реально транспорт получается был. Который отправили, чтобы что-то здесь построить. Вопрос, пойдут ли они... А, нашел еще одного Ронина на Гахиде Нива. О, я помню этого чела по игре Кэссон. У него статы такие себе, средненькие. В принципе, лишним, наверное, не будет. Так, Ода вернулся. Ты можешь драфтить? Или не вернулся? Непонятно. Так, а как, кстати, будет другой замах на нас реагировать? Чё? Мы ж нападаем не сюда. Понятно, моя ошибка. Тадакацу Сакай. Ууу, жопа. Так, а как вам новый приказ-то отдать? Объектив. Все тогда. Сражайтесь. С этими. Так, объектив. Ну, конец там жопа. Их, походу, смутили вообще. И просто насилуют. Ну, бои здесь, конечно, происходят не так себе, надо сказать. А, там еще и замок его достреливает до моих. Если бы замок не достреливал, моих шансы бы были. А так, скорее всего, мы сейчас вообще всосем. Набукацу. И все, что нам останется, это набухацу сделать. А, мы про... Что это? Видимо, некое применение тактики, я так понимаю. Пирс. Да, 536. Спирали. Мораль повысили себе. Да-да, без шансово. А вы не хотите какую-нибудь тактику сделать? Нип, допустим. Серьезно, я сам должен их активировать? О, 80... Нифига себе. О, теперь следующая тактика. Таунт. Таунт — это некая защита. А, не, мораль понизили. Ну, поздновато, поздновато, конечно, да, мы все это сделали. Да и к тому же у них накопилось опять ПВ. Мораль копится в ходе боя. Да. О! Войска, кажется, сами что ли скапливаются? Ну, там есть определенная, наверное, логика. Зима. Да. О, драфт. Так, ну у него максимальное лидерство, понятное дело, почему он и вызывается на это дело. Давайте что-нибудь построим, раз на то пошло. Давайте еще один барак.
Драфты у нас максимально хреновые. По 1000 это очень мало. Так, что насчет фермы? От фермы можно миллионы строить почему-то. Ну давайте. Мне кажется, еды уж точно никогда много не бывает. Так, тут что? Инфантри Академия. Рифлерия Академия. Ох, Инжиниринг Академия. Вот это нам надо. Так, офицеры, давайте вы. Переходим в активный режим. А, у нас вообще денег 300 осталось. Да, понападали, то есть... А, блин, это же их ниже, ё-моё, только сейчас понял. У них вот эта вот расческа красная, бля. Да, это же их не замок, они просто оборонялись. Надо было на Кирияму, блин, переть. Но это логично было сюда, просто я... На эту 1000 позарился, да. Забавно, конечно. Никто не воюет вообще. О, Набунага, Фор Кацуи, Шибата. А у Шибата родился сын. Назвали Кацутоё. Тут, скорее всего, как и в серии Романснар, тоже стареют и так далее. Как бы дети в какой-то момент, видимо, занимают условно места. О, островок. Токуяма Пэлас. Причем не просто островок, дворец. А, они тоже... А, ну да, они тоже все почему-то перенесли. Ну, блин, вот здесь с этого порта теперь напасть... А, нет, нужно, скорее всего, тоже нап... Ну, понятно, да, почему все. Все, вопросов не имею. Ну, карта, конечно же, выглядит намного хуже, чем в 11-м романсе, как по мне. 11-й романс тоже на PS2 выпускался. Этой же компанией. Да, ну тут, конечно, мне не сильно нравится. Тут, судя по всему, очень долгое сидение с накоплением войск и прочего. Потому что мы даже видим, что компьютеры-то с друг другом ничего не делают. Вот. Тут на карте только появилось. И то это, скорее всего. Да, это опять транспорт. Они просто опять в порт переселяют людей. Ну, значит, это их союзник, раз они его не боятся. Срочное сообщение. Имагава войска направляются в Киёши Кастл. Йошимото наконец-то решил атаковать. Я должен вернуться в Киёши Кастл и остановить его лично. Мотоно Бу Окабе. Имагава мач. Господи. Чё он в порт какой-то идет? А! Что ж. А как... Реновнет. Ага, Гритест. Йошимото Имагава у вас дотронулся. В общем, он хочет в столицу, но перед этим он решил наш клан сдрючить. Единственный способ его остановить... Приготовиться к осаде, это логично. Короче, Шибата предлагает с фронта атаковать. Набунага Лед. Набунага Роуз. Нога... К ноге упала роза. Я направляюсь в постель. И это он говорит и смотрит на кого-то мужика. А на Шибату. Ты что? Ты понимаешь, что армия... Типа, проходит через наши двери. Набунага ушел в свою комнату. Угу.
Размышлять о мире или что-то такое. Короче, Масацуна обиделся на нас, что ли. А, не, он пришел к нам, наоборот. Мой лорд. Он какое-то хорошее место знает. Чел, который занимался садом. В общем, он все-таки Набунага решился засаду устроить. И Магави. Непонятно, конечно, каком виде это все это будет подаваться, и, допустим, у меня-то для засады точно ничего нет. Чего я с 4200-100? Что за охерительную засаду, тем более у меня даже денег меньше стало. Что за охерительную засаду я должен тут организовать? Возможно, здесь должен был ту самую бомбу построить. Так как чисто визуально, да, видно, что это дорога, и они прям по ней идут. Или это так и должно было происходить. Круши Тадацугу! Ваша защита сильна. Какие-то камни сбросили. Ну, маленький урон на самом деле. Мина. Мой лорд, ты был атакован Йошихацу. Пожалуйста, помогите нам. Йошихацу восстал. А, восстал отец жены. В Мино, я так понимаю, провинции. Как я понял, маленьким отрядом в мину вошел.
Мастер ядов. Я так понимаю, Доссон, как бы у него погиб сын, и в итоге он и сам тоже. Покончил с собой, сжег свой, не знаю, город. Яшимото Имагава, Набунага, Фалима, Тага, Бён, Тая, Чиндер. Шиматак, то ли юзин те Фалиматак. 447 мы потеряли. Где Увари-то, кстати? Понимаю, что нам жопа, но мне просто интересно. Или вот это вот место, где типа все исчезло, здесь и было где-то Увари. Мне сомнительно. Ну ладно. Много сюжета, хотя... Хвашит Яшимото! Это ска... это камни. У тебя... типа, берегите себя. Вот это было нормально. Не, если бы у нас было 10 камней, кажется, мы бы выдержали. Мораль подняли, да. Черти. Не, да, если бы у нас было бы 10к, мы бы действительно выдержали. Но это прям нужно знать, что нужно иметь столько. Ой. Снова атака Пирс, 500 людей потеряли. Ну как шанс? Ну, были бы шансы. Нужно было эту бомбу, конечно, построить. Они строят всякую фигню по поводу там ниндзя или так далее. Пользы от этих ниндзя я вообще никакой в итоге не увидел. Она, скорее всего, это и есть. А, не, у нас сейчас защита города кончится. Ну да, при этом мы камнями успели атаковать, но это уже бесполезно, мне кажется. Замок горит. Снова пирс. А, нет, хоть замок горит, просто быстрее люди дохнут, я понял. Это не конец в итоге. Ну, в итоге, да. Матонобе Акаби. Набунага Ода Ода. Набунага Ода Ода. 190, 170, 50, ну, все. Экин Киёши кастовал. Быстро. Быстро к заставке Куэ перешли. Ну что ж, друзья, вот такая вот игра про Набунагу Оду. В принципе, выглядит она как минимум любопытно. Я могу интересно продолжить. Ну, видимо, да, ничего. Что значит локал мод? Типа как свободный, но тоже битва при аварии. Дракон против тигра. Ладно. В общем-то, друзья... такая вот игра, в принципе, она выглядит неплохой, но, как по мне... А, тут вообще супер ограничение какое-то. Остальных... А, остальных вообще нет даже, понял. Короче, мы должны делать, действовать в рамках вот ограниченной области нам. Понятно. В общем, вот такая вот игра. Про Набунагу Оду. В общем, можете свои комментарии написать. В комментариях, как ни странно. Как она вам вообще зашла, не зашла, что-то вам тут понравилось. Кстати, это, наверное, шахты. Да, по-любому. Как по мне, ну не знаю, намного все-таки похуже смотрится, чем романс. Знаете, с другой стороны, если бы она была копией романса, с одной стороны, было бы ощущение, что как бы, ну, никакого развития, ну не то, что, не то, что развития, но... что никаких идей новых, как бы, игра не дает. Глянь, что-то отстраивают. Ну и с другой, опять же, стороны...
Вот эта вот визуализация, которая есть конкретно в этой игре есть, мне она не сильно нравится. Я помню, была другая стратегия по Нобунагу на PS2. Вот та, вот она мне довольно сильно понравилась. Если не брать игру под названием КСН, которая, ну, серию КСН, которая мне тоже сильно нравилась, но там, по сути, что за Троецарствие, что за Оду, геймплей был схожий. Это были реально одинаковые игры, просто одна часть была по поводу Оды, третья, а вторая была как раз по поводу эпохи Троецарствия. И третья была, соответственно, так как третья была намного лучше, чем вторая. Как по мне, опять же. Ну, в принципе, мы сейчас не о них говорим. Ну, думаю, эта игра для любителей истории, в частности, компании Koei, вполне себе зайдет. Не всем, но кому-то определенно зайдет. В общем, на этом всем спасибо. Всех обнял, приподнял, к сердцу прижал. Старайтесь держаться в эти тяжелые времена. И надеюсь, с вами еще, друзья, увидимся. Всем пока-пока.